Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сейчас я вам покажу, как на телефоне Medion Live X5004 поменять язык клавиатуры. Включаем его. Заходим в настройки. Язык и ввод. Клавиатура Google. Язык. И выбираем, ну пускай будет арабская. Все, теперь просто меняем на клавиатуру, которая нам нужна. И вводим то, что нам надо. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также посещайте наш сайт hardreset.info. До новых встреч!